Красная. Тысячные там, по-моему, нельзя так просто вывести. Ну, надо посмотреть, можно ли. Давай.
Нормально же прыгнул. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ошибочка. Thank you.
Клэп. Изи. Дэми, привет! Привет, Дэми! Спасибо. Спасибо, Дэми. Привет. Спасибо, Дариус. Спасибо, Пикселович. Спасибо, Диманчик. Привет, Дэми. Здрасте. Эй, Ютуб. Спасибо, Shadow Blackie. Thanks. Ух. Я не стал делать этот прыжок опять. Просто я не хотел опять все проебать. Просто я не хотел проебать это все. Я думаю, когда у нас как бы уже сейвы такие жесткие не будут, можно и это... Сколько топ? Сколько топ? 23 место. Если я сделаю саб 10, будет 20... Какое-то 21-е минимум. Ты на топорах норм размансил. Ну, в принципе, они у меня более-менее стабильно получаются, сами топоры, именно в таком формате. Они не особо жесткие. Но вот этот прыжочек я не стал делать. Я не знаю, Дэми, ты не знаешь, сколько он экономит? Я мог бы 10-10, наверное, взять, если бы его сделал. Возможно. За 200 попыток. Привет, Дэми. Ух. И это я на нулевом где-то секунду просрал. Ну ладно, 0.7. Думаю, секунда, пусть будет секунда. А я не помню, на нулевом я вообще босса плохо убил. Или нет? Что-то плюс 0.7 как-то грустно. Ран очень ровный был, согласен. Я же соп не улучшил никак. Ну, в смысле, он был примерно такой же. Я просто сделал все достаточно нормально. Ну, там плюс-минус. На H я там где-то зассал что-то делать. Ну, ладно, я не зассал, я, может, не сделал просто. Теперь нельзя фейлить ни единого буста. Я на F... F у меня очень хороший, по-моему, был. Я поэтому вот... Полторы секунды... Больше, чем полторы секунды там выиграл. Ну, для меня очень хороший. Типа, сами бусты там немного экономят, и про это дымят. Ну, очень ровно, смотрите, минус 2.6, минус 2.6, минус 2.8, минус 2.7. То есть, ну, я терял только вот на G там чуть-чуть. Но я не помню, там я не перепрыгнул через ящик, да? Нормально. Блин, я доволен вообще, мы сегодня улучшили... Это на первом экране на Джей потерял. Да, я ящик не взял. И при этом все равно плюс 0.1 я практически не потерял времени. Я, ну, сравнению с моим PB.